Woodbridge. Используй билет и входи в игровые автоматы. Отлично! Ты в новой локации, осмотрись. Видишь динамо-машину? Там стоит рычаг на цифре 1, значит, это первый игровой автомат. Я понял, мне нужно залезть на динамо-машину и зарядить первый автомат электрическим током. Давай, садись и крути педали. Супер! Теперь тебе нужно пройти первую игру, набить там 1000 очков и получить первую монету, на которую мы сможем потом поменять батарейки. Справишься? Я чемпион района по этой игре! Сейчас всех тут завалю! Молодец, Woodbridge, отличное начало! Я же говорил, что я чемпион! Сейчас устрою здесь полный газмяс! Спорим на канистру масла? Я не потеряю здесь ни одной жизни! Прикольно, Woodbridge, спорим? Здесь есть 3 жизни. Спор начался, приступай. Ты проспорил канистру масла, процессор-дрон! Ты смотри-ка, действительно. Осталось 250 очков, а ты не потерял еще ни одной жизни. То ли еще будет? Да, кажется, я проспорил канистру масла. Молодец, Woodbridge. Забирай монету. Она нам нужна для обмена на батарейку. Забрал! Есть одна монета. Включай рычаг в положение на цифру 2 и активируй второй автомат. Кручу педали, кручу и верчу. Супер. Там будут головоломки. Справишься с ними? А по головоломкам я чемпион города! Будем спорить на канистру масла? Нет, Woodbridge, я тебе уже охотно верю. Боюсь проспорить вторую канистру. Я тебе такое подарю, мне не жалко. Спасибо, процессор-дрон! Ты молодец, у тебя хорошо получается. Я выиграл много чемпионатов. Осталось совсем немножко. Ура! Мы выиграли последнюю монету! Молодец, Woodbridge. Теперь у нас есть 2 монеты, чтобы обменять их на 2 батарейки. С помощью ленты ты их свяжешь в одну, и получится большая батарейка, которую ты сможешь отдать роботу-охраннику. Я попробую запустить 3-й автомат. Попробуй. Может, из этого чудельное получится. Он сломался. Ну ничего страшного, особенно он нам с тобой не нужен. Самое главное, что 2 монеты у нас уже есть, и мы их получили. Отправляйся теперь на главную площадь, к торговому автомату. И сейчас произведи там обмен монеты на батарейки. Понял, хорошо.
Иду менять монеты на батарейки. Раз монетка, раз батарейка. Два монетка, два батарейка. Теперь я связываю их в одну с помощью ленты. Молодец, Вудбридж, все правильно. Спускайся вниз и снова залезай в резервуар, в котором была вода. Опа! Снова открывай вентиль и выбирайся наружу. Там снова попадешь на рельсовый лифт. Я скоро увижу свой картридж снова. Да, маленький Вудбридж. Снова нажимай на кнопку. Поехали! Ю-ху! Я так волнуюсь. Милая, привет, это снова я. Привет, мой милый Вудбридж. Мне нужно заправиться. Очень скоро я вернусь за тобой и освобожу тебя, любимая. Держи шланг. Качай топливо. Качаю. Готово. Забирай шланг. Милая, я поехал, скоро вернусь. Жму рычаг вверх, ничего не получается. Милый, ты забыл завести двигатель. Не волнуйся, соберись, я жду. Точно! Милая, жди, я скоро. На старт! Вудбридж, полезай снова в оранжерею и сразу же беги насквозь нее, там дверь открыта, к роботу-охраннику. И отдай ему батарейку. Дымсь! Бегу к роботу-охраннику. Это снова я. Я же обещал, что я приду. Держи батарейку, бро. Спасибо тебе. Теперь ты можешь пройти в шахту лифта. Маленький Вудбридж, благодарю тебя. Я снова счастлив. У меня тоже есть моя вторая половинка. Я очень ее люблю, и мне нужно ее освободить. Мы раньше играли в пинбол и постоянно смеялись. Это было так весело. Стреляли в друг друга красящими шариками. Вудбридж, открывай дверь и отправляйся в лифт. Иду в следующую локацию. Я в лифте.